Это лечение показалось мне странным. А что там произошло? Боль продлится 3 секунды, подождите. Я не знаю, но это было странно. Так, ты самый умный у себя в шайке? Да, ты, наверное, самый умный в своей. Да, это так, но это ничего не стоит. Я имею в виду, что Соник скачет целый день, как стрекозел. Эми постоянно думает о Сонике. Шэдоу постоянно думает о своей амнезии. Однако вообще не умеет думать. Я тебя понимаю. Это круто быть самой умной и самой организованной. И лучшей в магии. И быть самой стильной пони. Правда, это не дает никаких преимуществ. Но да ладно. Ты, наверное, и в магии хорош, да? Я вообще не верю в магию. Что? Ты что думаешь, я совсем маленький? Мне не 7, а гребаных 8 лет. Магия для маленьких детей. Ты издеваешься? Магия — это причина, по которой мы живем. Магия — это причина, почему нами правит макака Обама. Хотя он человек, но мы называем его макакой. Аргументы и доказательства твои, Алек, предоставь мне их, я поверю тебе. Да? Ну как насчет этого? Фух, мой прибор может отправить нас на 2 недели назад. Только наука, никакой магии. Ладно. Как насчет этого? Извини, Твайлет, он через 200 лет каждая пони будет иметь телекинез. И не будет разницы, пегас ты, единорог или земная пони. Я не знаю, как тебя убедить. Как я сказал, мне нужны аргументы и доказательства. Ладно, Стивен Хокинг. Как насчет этого? О боже, прости меня, магия не должна быть такой сильной. Прости, я... Теперь у тебя есть доказательства, что магия существует? Агась. Я тебе говорила, что я подруга. Нет, лучшая подруга принцессы Селестии. Это пони, которая поднимает солнце. Я потихоньку отхожу, вызываю дурку, и тебя увозят к херам собачьим. Спайк. Как я вообще сюда попал? Напиши письмо принцессе Селестии, чтобы она пришла сюда. Видишь, Твайлайт? За моей спиной просто не может оказаться какая-то принцесса, которая управляет солнцем и отправит меня на сраную лу... Похоже, это хуй-то не такое уж и дерьмо. Скучно как-то. Так намного лучше.